Добрый день. Закончилась игра Альсер Классика. Хотел узнать, как вам игра, как судейство, что нового у команды. Команда, в принципе, костяк у нас остался практически такой же. Может быть, там отсутствовало пару человек. Сложно. Почему? Потому что из-за карантина и всего остального как-то кто-то индивидуально поддерживали форму, в основном все. Поэтому вот собрались, попробовали, сыграли. Тяжело, но главное победа. Вот. Что не самое... Что важно. По поводу турнира, судейства. Отсудили хорошо, были нововведения, которые УЕФА ввело, то есть это все рассказали, этого придерживались, все отлично. По сопернику сказать, что команда хорошая, где-то им чего-то не хватало в игре, и мы давали им играть, и они нам давали играть. Моментов было очень много, такая динамическая игра. Были там моменты, когда где-то кто-то как-то жестко сыграл, какие-то недоразумения, но я думаю, это из-за того, что давно просто не играли, поэтому были такие эмоции. А так, вполне отличненькая игра. Ну, еще один вопрос к вам. Как, за счет чего перерывали, 2-0 проигрывали, отыгрались, за счет чего? Даже не знаю, наверное, вот такой переломный момент был, соперник поменял свою пятерку одну, вот, у нас получилось как раз отыграться, плюс выйти вперед, вот, и я думаю, как раз вот этот переломный момент, за счет этого, у нас также были замены, такая небольшая чехарда, но все равно дали там результат, в принципе, главная победа. Все, спасибо вам. Спасибо. С победой. Спасибо.